Всем большой привет! Сегодня мы поговорим о новом поколении Audi A5, которое с ноября этого года уже официально поступит в продажу по цене от 45 тысяч 200 евро. Если говорить кратко о новинке, то на самом деле модель является не новой A5, а заменой для актуальной A4, которую уже сняли с производства. Об этом напрямую говорит кузов универсал, который ранее был доступен только для A4. Переходя к технической части, сразу стоит отметить, что новинка построена на совершенно новой платформе PPC, которую также будут использовать большинство будущих бензиновых моделей компании. На старте продаж A5 предложат с большим выбором силовых установок, среди которых бензиновые и дизельные турбомоторы разной мощности. На данный момент самая слабая – это бензиновая версия с 2-литровым TSI на 150 сил, а самой мощной является модификация S5, под капотом которой лежит 3-литровый V6 на 367 лошадиных сил. Но чуть позже появится и супермощная версия RS, мощность которой пока остается в секрете. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!